Незабываемый момент в жизни каждого человека – окончание школы. Завершилось беззаботное детство, впереди взрослая жизнь. 25 мая во всех школах Приднестровья прошли торжественные линейки, посвященные прощанию со школой, на которых прозвучал последний в нынешнем учебном году звонок. Первое открытие на этой планете мы совершили с человеком, который имеет самое прекрасное звание на Земле – учитель. Он открывает нам мир, дарит свою любовь и душевное тепло. Своего первого учителя люди помнят всю жизнь и вспоминают о нем с благодарностью. Но не только ученики благодарны своим учителям. 5 мая всегда для меня большой-пребольшой праздник. Это последний звонок звенит для некоторых выпускников наших. Вот, все раз. Конечно, праздник и слезы здесь, и улыбки, и радость, и все вместе. Прожитые годы. Годы, когда приходили дети совсем маленькие, крошечные, а уходят вот такими красивыми взрослыми, можно сказать, юношами и девушками. Чтобы все у них было хорошо. Желаем только всех благ, всего светлого, радостного, чтобы все мечты и надежды сбылись. Вот и кончился учебный год. Впереди 3 месяца жаркого лета. Планы на этот период у всех почти одинаковы. Я давно ждала этого лета и как бы очень бы хотелось его ярко провести. Я перехожу сейчас в 8 класс, и это, наверное, уже как бы заканчиваю школу. Поступлению готовиться. Планируем поступать и учиться. А куда думаете поступать? Думаю, Киев или Винница, уже по результатам вступительных, как получится. Отдохнуть после школы, набраться сил, чтобы вновь получать знания в отечественном классе. А впереди еще экзамены и выпускные балы. Алена Бухаткина, Олег Рулин, Днестр ТВ. До свидания, до встречи 1 сентября. Thank you.